мы как-то в Горном работали несколько сезонов. И хотелось такую фишку показать, что вот есть Горный Алтай, Алтайский край наш, с лозунгом «Познай Алтай с нами», и мы будем показывать. И я предложил, давайте днем это сделаем, типа пробег, какие-то ключевые моменты, останавливаемся, делаем бармен-шоу, раздаем бесплатно коктейль, едем дальше. Люди начали экспериментировать и пробовать. Много людей стали приходить в бар за безалкогольными коктейлями. Из обычных вещей можно сделать очень интересную вкусную конфетку. Все как привыкли, арбуз кушать, да? А здесь мы пьем. Берем арбуз спелый, желательно большой, чтобы он это, трещал прям. Несколько долек мякоти арбузной, накладываем все это в стакан. Разминаем, чтобы дал мякоть арбузный сок. Подсластить лимон, либо лайм, либо лимонный сок, может быть, содовая, которая будет давать свежесть нам. Лед обязательно, конечно, без льда, чтобы это все, все ингредиенты охладить. Перемешиваем, и получается такой прохладительный, освежающий летний напиток. Вот и все. Коктейль – это то звено, которое объединяет нас. Когда радуется другой человек и радостно тебе на душе. Понял, что это мое, я буду этим заниматься всегда.